палочкой, живой ли он? Ну, вы знаете, тыкать палочкой я в него не буду, судя по тому, что запаха в студии нет, наверное. А, нет, вы знаете, есть запах. Ну, нет, живой, это просто испугался, да, Вадик? Испугался, что сейчас я тыкать начну. Маленький мой, перестань. Тетя была добрая, она детей не обижает. Ну, так, чуть-чуть. Так, слушала ваше шоу в наушниках, муж не слышал тему. Спрашиваю у него, дорогой.